Конкурс «Дяди читают стихи». Арина Попова, 9 лет. Самуил Марше, не-не-не. Не рассказывал смоленский паренек. В нашей школе деревенской шел урок. Проходили мы частицы не и не. А в селе стояли фрицы в эти дни. А в обрани же школы и дома. Наша школа стала голая, как тюрьма. Из избы соседского главой нам в окно глядел немецкий часовой. Я сказал учителю: «Правду дайте мне, чтобы мне встречали сразу». «Не-не». Мы взглянули на солдата ворот и сказали: «От распада ни один проклятый не уйдет».